Я буду краток, чтобы никого не задерживать. Скажу только одно. Перед голосованием, уважаемые коллеги депутаты, вы должны понимать одно, что за этого человека подписалось 70% рабочего коллектива облтеплокоммунэнерго. 450-460, так где-то. Поэтому, выбрав другого директора в такое тяжелое время, с которым, скажем так, на сегодняшний день исполняет ИИО, они ему не доверяют, мало того, они говорят, что он там ворует, и ряд на это есть причин. Поэтому я считаю, что самый лучший выход из этой ситуации назначить того директора, который возглавлял это предприятие и работал более 10 лет.